Он занимается изучением родного края, и он открыл, казалось бы, уже всемирно уже известный открыт. Тем не менее, он открыл вот несколько видов насекомых, которые названы его именем. А в Москве очень много талантливых людей. Ну, человек есть талантливый, он талантливый по всему. Вот у нас есть, например, художник. Это Сергей Оленов, который тоже находится в зале. Не обращайте внимания на то, что он такой незрительный шапочек, у нас в клубе есть традиция встречать его год вместе в экологическом центре детства. Национального парка на Северный остров, куда приезжают люди из разных городов. Тот, кто не может приехать, общается в традиционное время по скайпу, пускай в сессии. Вот в один из новогодних праздников Сергея прошла выставка. Очень большой успех. Вот какой-то колоссальный успех. Ну, у нас есть люди, пишут, что не рыбы, который живет в Израиле. Он попал через некоторое время, вдохновившись фотографиями одноклассников, вдруг начал писать стихи. И это вот как-то не просто, стихов было много, и вот уже вышло две книги, редактором которых является Валерия Зверева. Вышло две книги, посвященные вот такому творчеству, там, не знаю, географическому миру. Ну, собственно, в заключение хотелось бы сказать, что если у вас есть, если у вас даже нет фотоаппарата, или если вы в природе, есть интерес к таинственному миру маленьких существ, если вы хотите побывать в стране дремучих трав, если у вас есть желание что-то сделать для этого мира, ну, хотя бы рассказать о нем. Приходите по кругу, вас всегда примут, оставьте мне объятия, все расскажут, покажут, объяснят. Если на